Черкесск сегодня отметил День российского флага красочным флешмобом на главной площади республики и 60-метровым триколором. Альбина Ламкова продолжит тему. На главной площади республики участники акции развернули большой триколор – символ единства страны. Празднование Дня государственного флага началось с исполнения песни «Флаг моего государства». Несмотря на летние каникулы, на городской акции было многолюдно. Отметить праздник пришла молодежь общественных движений региона, воспитанники детских, музыкальных и общеобразовательных школ Черкесска. День флага Российской Федерации объединяет людей и помогает укрепить чувство патриотизма, гордости за свою страну, ну и уважение к ее истории, отметили организаторы мероприятия. Все мы жители огромной, необъятной страны России. И мы все гордимся, что мы живем и учимся под символом нашего государства, под цветами триколора Российской Федерации. Затем состоялось торжественное шествие с флагом Российской Федерации. Участники мероприятия направились к стеле дружбы народов Карачаево-Черкесии. Праздник и продолжился. Состоялся большой флешмоб. Талантливая молодежь выступала под патриотические песни. Отмечая День государственного флага, мы ощущаем себя частью великой державы, отмечают участники праздника. Каждый праздник российский, он поддерживает наш патриотизм. Горжусь, что моя страна так хорошо процветает, и вся Европа завидует нам и от зависти кусает губы. Альбина Ламкова, Лий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.